К октябрю этого года, благодаря программе капитального ремонта, в Тамбове преобразятся почти 40 многоквартирных домов. Сегодня же ход работ проверили представители жилищного комитета города и управляющих компаний. Все тонкости большого ремонта в сюжете Владимира Белухина. Не знаете, а вот когда крышу разбили 2 года назад, и не дом управления писал им объявление, эти заявления – ноль внимания. Такая реакция жильцов на появление управляющих компаний не случайна. Эти дома не видели даже косметического ремонта более 25 лет. Но и сейчас, когда капитальный ремонт идет полным ходом, недовольных жильцов хватает. Одних не устраивает качество работ, других – стоимость. Она не смета не утверждена. Давайте сюда. Где вы? Скажите, кто ее утверждал? И кто ее рассматривал? С кем согласовано? Ни с кем. Мы ее никто не видели. Ее составляли, понимаешь, подпольно. Полностью отремонтировать проводку, канализацию, водоснабжение и обновить фасад многоквартирного дома – удовольствие недешевое. Ежемесячно на протяжении года в каждую платежку будет приписываться сумма примерно в 2000 рублей. Однако жильцы оплачивают не всю стоимость ремонта. Половина затрат ложится на плечи государства. Также, по словам представителей управляющей компании, сомнений в качестве ремонтных работ у жильцов быть не должно. Сдает подрядчик один, да, а принимает у него, по-моему, 6 различных организаций, в том числе это общественный контроль, это контроль от лица города, это контроль от лица управляющей компании, естественно. Вот по совокупности, по-моему, 6 принимающих организаций. То есть говорить о том, что работа будет выполнена некачественно, ну, это в принципе нереально. Сейчас ремонт ведется в 35 многоквартирных домах Тамбова, а в 3 все работы уже завершены. Эти дома выбирали более чем из 200 заявок от управляющих компаний. Примечательно то, что собственники 4 домов отказались от проведения ремонта, а это значит, что на их место встанут другие многоэтажки. Все работы ведутся под строгим контролем жилищного комитета, и все выявленные недостатки будут устраняться в кратчайшие сроки. Я посмотрел то, что мне показали жители, то, что я сам, что нужно посмотреть. Я увидел конкретные недоработки, которые необходимо, конечно, исправлять. Комиссия выйдет буквально на следующей неделе на эти объекты, и будем работать с подрядчиками. Ожидается, что все работы в многоквартирных домах завершатся 1 октября этого года. Однако программа будет работать и в следующем году. А это значит, что те, кто хочет капитально отремонтировать свой дом, могут подать заявки на рассмотрение в жилищный комитет Тамбова. Владимир Белухин, Евгений Михеев, Елена Авдеева. Область новостей.